25 рублей, 2019 год. ППШ 41. Георгий Семенович Шпагин. На реверсе в центре рельефное изображение принятого на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года пистолет-пулемет Шпагина. Слева под дулом прописана его маркировка ППШ 41. В нижней части реверса полукругом имя советского конструктора стрелкового оружия и разработчика пистолета-пулемета, героя социалистического труда, лауреата Сталинской премии Георгия Семеновича Шпагина, Г.С. Шпагин. В верхней части полукругом указана серия «Оружие Великой Победы». На аверсе герб Российской Федерации образца 1993 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны связаны орденской лентой святого апостола Андрея Первозванного и символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское. На груди орла московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца, копьем поражающего змея. В правой лапе орла скипетр, в левой – державы, символы государственной власти. Правее и ниже герба мелко знак московского монетного двора. Слева и справа от герба рельефные элементы, состоящие из двух спаренных ромбов. В верхней части полукругом надпись «Российская Федерация». Под гербом в три строки надписи «Банк России 25 рублей 2019 Г. Год чеканки». Оформители монеты художник Крамская и Шепель, скульптор Долгополова. Гурт рубчатый. Монета из медно-никелевого сплава весом 10 грамм, диаметром 27 миллиметров, толщиной 2,3 миллиметра чеканилась на московском монетном дворе тиражом 1 миллион штук. Средняя цена 100 рублей.